Елене 37. С детства она является инвалидом второй группы. После того, как не стала матери, девушка осталась жить с отчимом. Вместе они живут уже более 33 лет. Но 3 года назад семейную идиллию разрушили. Решением Октябрьского районного суда Елена признана недееспособной. И, как утверждает ее опекун, поспособствовала этому ее сводная сестра. Чтобы завладеть ее пенсией, написала в суд, присвоила ее пенсию, накопила ее денежки и уехала. Уехала в Волгоград. И вот суд не разобравшись ничего, значит, нам назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая установила, что она недееспособна. Из-за статуса недееспособной девушка, можно сказать, лишилась своих гражданских прав. Теперь она не может получать самостоятельно пенсию и голосовать. При этом Елена ведет обычный образ жизни, занимается рукоделием и самостоятельно обслуживает себя. Но я до этого даже не знала, что такое недееспособность. Это, я только потом узнала, когда на суде там побывала, что ли. Ну вот вы сами себя обслуживаете. Но что вы делаете? Я это, в магазины хожу, моюсь, это, что-то сама все это делаю. И дома что-нибудь сама все делаю. Из-за недееспособности девушка лишилась и возможности распоряжаться своим имуществом. Вступить в права наследования она может только через опекуна. Сейчас единственное, чего хочет добиться семья, это признание девушки дееспособной. Поэтому впереди их ждет еще одно судебное заседание. Екатерина Елистратова, Андрей Дармаев, Новости дня.